Дельфиниумы, столь популярные сегодня, можно выращивать из семян. Это выгодно и увлекательно. В квартире семена дельфиниума теряют всхожесть и до посева хранятся в холодильнике. Для посева потребуются торфяные таблетки, мини-парник, фунгицид, зубочистки, бирки и маркер. Семена на рассаду высаживают в середине февраля, без подсветки в марте. Семена прорастают спустя 3-4 недели. Всходы будут дружные, при дополнительном освещении и высокой влажности. Посевы ежедневно поливают и проветривают. Чтобы не допустить появления черной ножки, таблетки замачивают в растворе фунгицида или марганцовки. В торфяную таблетку семя переносится зубочисткой и заделывается на 3 мм. Когда появляются всходы, увеличивается нахождение на воздухе. Подросшую рассаду с таблеткой сажают в пластиковый стакан. Пересаженную рассаду необходимо закаливать. С начала мая ее держат на подоконнике в проветриваемом помещении, приучая растение к свежему воздуху и прямым солнечным лучам, иначе в грунте рассада погибнет от смены условий. После появления пары листьев еженедельно вносят специальные удобрения для рассады. Дельфиниум высаживают в грунт, когда не будет угрозы заморозков. Сначала растение желательно притянить. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.